Всем огромный привет-привет, с вами Алена. И в эфире еще одна моя попытка купить себе обувь. Ну, все спрашивали, да, вот туфли неудобные, вот эти прозрачные, которые ты показывала. Что такое удобные? Удобные вот эти кроссовки. Это Puma, и размер у меня 40-й, 25,5 сантиметров. Я прям точно знаю, что модель RX от Puma мне идеально подходит. Я в них, кстати, еще умудрилась запихать ортопедическую стельку, которую мне сделал Артур. Ортопед у меня тоже есть видео про него на канале, на YouTube ссылочку также могу оставить. В общем, стелька мне подходит, ее изготовил ортопед, я от нее балдею, кроссовки классные, но на левом ботинке у меня есть пятно в носовой части, его очень хорошо видно на видео, и, к сожалению, даже химчистка его не убирает, потому что туда попала краска, поэтому мне нужны новые кроссовки. Кстати говоря, лирическое отступление насчет носочков, как видите, они у меня очень свободные, без резинок, и пальчики там чувствуют себя комфортно. И вот ко мне приехала коробка, на которой значок Puma и надпись Liberty. Это там какая-то у них была коллаборация. Ну, я понятия не имею, такие Liberty, если честно, в брендах я совсем не сильна. Puma просто потому, что действительно удобные. Я вот увидела эти кроссы, я подумала, как классно. Они специально созданы для девочек, они для платьев, и плюс они летние, они перфорированные, такая расцветка нежная, красивая. Я подумала, что они мне точно нужны. Ну, и запомнив, что у меня 40-й размер, я такой и заказала. Единственное, что когда эти кроссовки приехали, я никак не могла найти, где же у них там этот размер пишется. Обычно вроде как на язычке или на подошве, но не в этом случае. Я никак не могла его обнаружить. Я перекрутила и перевертела все эти кроссовки вдоль и поперек. Ну и в итоге нашла там где-то его сбоку, еле как написанный. Ну, пока давайте про сами кроссовки поговорим. Они эластичные, гнущиеся, дышащие. И вообще все просто классно. Ну, не считая там ценника, который сейчас чуток подрос на эту самую Puma. Но зато внутри есть вот такая вот пенка-стелька, тоже достаточно приятная. Но обычно я такие стельки убираю и ставлю свои ортопедические. И вот уже на этапе, когда я выковырила стельечку, я поняла, что какой-то это не очень 40-й размер. Я, кстати, человек, который раньше думал, что у меня 38-й, теперь ношу 40-й. В общем, делайте выводы. Я поняла, что, скорее всего, кроссовки-то не 40-го размера, а вполне возможно на размер больше, ведь не могут они так разниться. Все-таки обычно, когда размерный ряд в одном бренде, то ну, это как бы должно тебе подходить. Но в этом случае этого не произошло. Вот я продолжаю здесь на видео крутить и вертеть, потому что именно в этот момент я обнаружила, где же у них все-таки находится номерочек. А он находится вот там вот сбоку, сейчас я его покажу. Пока искала, обнаружила, что есть еще вот тут клей, ну, это не критично, потому что он достаточно легко убирается. Кроссовки я, кстати, заказывала на LaModa. И забегая вперед, скажу, что мне пришлось их вернуть. А я спустя несколько дней все-таки оформила возврат, потому что они мне очень-очень сильно велики. Ну а здесь на язычке очень хорошо можно рассмотреть, сейчас приближу камеру, что размер 41-й. Поэтому мне и не подошел. Ну, собственно говоря, на сантиметр длиннее, чем нужно. Нужно носить свободную обувь, я согласна, но не настолько, насколько свободная получилась она у меня. Я сейчас их примерю. Это, конечно, не видно будет на видео, но, в общем, нога там болтается, и для моего большого пальца очень-очень много места остается, поэтому я решила от них отказаться. На них уже косо посматривала Лена, которая подолок, но дело в том, что у нее чуть больше, чем 41 размер. В общем, мы с ней не попали ни на меня, ни на нее. Хотя кроссовки, ну, прям вот действительно красивые, к сожалению. Там тоже не было моего размера, то есть я не смогла их обменять на размер меньше. Это еще одна моя факапушка, я не знаю, как это назвать. Мне просто не везет с обувью. Посмотрите, насколько она велика. Это уже прям слишком. Поэтому у меня снова нет кроссовок, но я еще раз смогла показать вам, что, во-первых, бывают женские, бывают красивые, и даже 41 размера. Эти точно удобные. Ну, а с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч. И напишите, ждете ли вы новых обзоров на обувь, потому что у меня кое-что на примете уже есть.